Первой прививки от коронавируса прошло ровно 3 недели, а это значит, что пришло время снова наведаться к терапевту и в кабинет вакцинопрофилактики, чтобы нам поставили второй компонент вакцины «Спутник Ви». Алгоритм действий уже привычный. Первым делом идем к терапевту. На этот раз никаких анкет заполнять не надо. Вся информация у врача уже есть. Терапевт снова измеряет температуру, давление и, конечно, слушает легкие. Как вы перенесли первую прививку? После первой прививки у меня к вечеру разболелось место укола. На следующий день поднялась температура и была ломота в теле. Но к вечеру субботы, как будто кто-то нажал волшебную кнопку, и все резко прошло. И все прошло. И больше ничего не было. До настоящего времени. Как себя чувствуете? Хорошо. Реакция на вакцину – личное дело каждого. У других сотрудников редакции ОТВ после первой прививки самочувствие не изменилось вовсе. Впрочем, оба варианта – норма. После первой прививки никаких осложнений, никаких побочных эффектов, ничего не было. Как будто и ничего не делал. Все хорошо было. Сергей Андреев – водитель ОТВ. Он вместе с журналистами и операторами всегда в центре событий. Болеть никак нельзя. Но решил вакцинироваться по личным причинам. Скоро станет дедушкой. Больничен первый раз? Конечно, нет. Я же говорил, что у Вайки очень легкая рука, и все хорошо. Живы будем, не помрем. Айк, спасибо большое. Авторитетный журнал «Ланцет» подтвердил, эффективность российского спутника ВИ высокая – 91% при минимальных побочных эффектах. Айка, скажите, пожалуйста, какие могут быть побочные явления после введения второго компонента вакцины? После введения второго компонента может быть также ломота в теле, также пойдет температура 38 и выше. Если после первого это возможно и не будет, а после второго это как обязательные симптомы могут быть. Сделать прививку от COVID-19 в Одинцовском округе можно в 7 пунктах вакцинации. 4 расположены в медицинских учреждениях и еще 3 в торговых центрах для удобства жителей. Условия везде одинаковые. Мне поставили финальную печать в сертификате о вакцинации от COVID-19. Это значит, что через 21 день у меня и других сотрудников редакции ОТВ уже должны быть антитела к коронавирусу. Проверим. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».